Привет всем! Вы на канале Beer и Game, а мы продолжаем проходить игру Зов Ктулху, Call of Ктулху, Мрачные уголки земли. Очень интересная, жутковатая, страшноватая игра. Мы прибыли в какой-то город, Инсмаут называется вроде как, да? Mm-hmm. Поселение такое небольшое, где люди не очень-то дружелюбные, они нас... Мы пытаемся просто узнать, куда пропал один человек, у которого здесь был магазин, свой бизнес. Он куда-то пропал, да. И мы пытаемся это разузнать. Теперь мы зашли в какой-то дом в прошлой серии, сохранились буквально вот перед концом серии. И о, вот смотри, сейчас мы куда-то попадем. Клерк сидит или Адольф? Адольф. Так, а тут что у нас такое? Нельзя. Как у нас дверь? Чужую дверь нельзя ходить. Нельзя, а если подойти поболтать с ним, ты Адольф, нам что скажешь? Смотри, псих, он... У него с лицом что-то какие-то проблемы, водяное лицо какое-то, трупное. Так, что-то он не хочет с ними разговаривать, эй, привет, человек. Иначе не надо с ним разговаривать, мне кажется. Не хочет он здесь с нами. Ну ладно. Наверх пробуй. Тогда и мы взаимно с тобой не хотим разговаривать. Какие-то часы тикают или что-то тикает. Угу. Дверца. Зайти некуда, просто некуда. Я вообще не понимаю, как здесь заходить куда-то. Все вроде понажимало, но что-то не заходит. Это гостиница, наверное, да? Мне кажется, да, кстати, да, похоже на какую-то гостиницу. Может быть, это какой-то отель, что ли, да? У нас как раз на автобусе. А если обойти туда к нему? О, там ключ какой-то висит. Да, давай обойдем вообще. А, ключ нам... А он, смотри, спрятался. А если подсесть? А если сесть, можно? Он слепой. Тан-тан-тан-тан. Мы тебя не беспокоим. А, нет, нельзя. Тоже нельзя? Да. Так, слышь ты. Блин, а если обойти его как-нибудь? А у нас ключ есть, кстати. Посмотри, как ты тапай. Как нам с тобой поболтать? Вот тап. Это что такое? Смотри, какая-то штука там лежит. Так, да, она светится, нам, скорее всего... А надо. Как нам... Давай походим тогда еще по городу, поэтому посмотрим, что да как. Может быть, у нас еще что-то там осталось, незаконченное дело какое-то. Давай зайдем. Вообще, первоначально в город приезжаешь, в какой-то незнакомый, конечно же, надо снять номер в отеле. Так, секунду. Назад X. Почему назад X? Назад. Действие S. Назад. Может быть, смотри, S. Ты S нажимала, да? Нажимала. Назад S. Вот теперь, да? А, D... Потому что если я сейчас назад нажимала, а он назад не шел. Присесть, красться, shift, наклон, действие. Действие non. А было S. Так, действие. Вот действие button 1. Мышь. Button 1. Кнопка мыши 1. А там button 2. Так, давай, возвращаемся. Сейчас попробуем. Вот с тобой. Большая сеть магазинов. Вы точно его не видели? Точно. Хватит приставать ко мне с расспросом. Опять. Прикольный у него голос. Однако. Привет. Добрый вечер. Вот. Меня зовут Джек Уолтерс. Я просто так приехал. И не говорите, сэр. Гилман. Чарли Гилман. Я владелец этого отеля. Комнаты есть? Я точно не знаю. Старина Хэббит сейчас убирается в комнатах. Эти чужаки после себя такую грязь оставляют. Так ты нам найдешь? Еще раз привет. Ага. Я ищу продуктовый магазин Fast National. Я занят.
Хватит доставать меня своими вопросами. Здравствуйте, Гелман. Чего вы хотите? Странная история с этим пареньком Бернемом. Бернем? Понятия не имею, о ком вы говорите. Странно. Об этом вся пресса Аркхэма написала. Наверное, это был довольно крупный местный скандал. Пусть этим занимается полиция, чужак. Инсмаут не место для слухов и пустой болтовни. Как идут дела? Вы не видите, что я занят? Хватит отвлекать меня своими расспросами. Извините, мне очень жаль. Ну, люблю я... Сомневаюсь. Подоставали... Люблю я подоставать. Мне ничем не поможет. А на ночь останавливаться и вовсе глупо. Ключ... Вовсе глупо на ночь останавливаться. Значит, валим отсюда. Значит, он не хочет здесь останавливаться. Мы найдем другой, более приветливый отель. Пойдемте искать. Смотри, этот шарится около своей машины. Да он шарится, охраняет. В общем... Это самая обычная мусорная корзина. Ничего интересного тут нет. А здесь что? Не поддается. Так, а за нами следят. Я думаю, они все знают. Это нас. Не открывается. Так, да. Они все знают, они просто темнят. Они ничего нам не рассказывают. А нам надо все равно вести расследование, потому что нам заплатили деньги. Стоит. Привет. Не пропускает. Стой, тебе нельзя вниз. Нельзя вниз? Все, подохли. Полиция не хочет, чтобы я тут шастал. Нужно быть поосторожнее. Вот они как, значит. Полиция не хочет, чтобы я тут шастал. Значит, у них там что-то скрыто. А тут что? Кругаля обошли? Да, да, да. Какой-то фонарный столб шатается. Не открывается. Не открывается. Да, странно здесь все. Что-то искать, рыскать надо. Урна. Странно, почему кнопки-то слетели? Все же было нормально. Мы... Town Square Souls S. Не поддается. Не открывается. Ничего не поддается, ничего не открывается. Что ж это такое за место? Не поддается. И эта дверь так, не поддается. Да. Ну что-то здесь поддастся по-любому. Отдастся, поддастся, но. Может, ключик у нас какой-нибудь? У нас ключ какой-то. Галантерейный закрыт. О! Не открывается. Так, вот здесь у нас есть проход какой-то. Сходим. Давай, иди, иди. Алкоголик. Не открывается. Не поддается. Так. Ой. О. Земли. Товарищ опасный, не в силах стоять, сказал. Очигарка. У него как из решета льется. Я заболел и вахту не кончил, бросаю. Весь потом мастёк, а жрызы не могут. Певец! Не поддаётся. Не поддаётся. Походу сюда, ну. Дешевый бар под названием Сад. Ой, закрыл. Дольф! Кстати, он на нормального более-менее похож, да? Смотри. Да, рожа нормальная. Хоть и пьяная. Что здесь? Старый пьянец. Несколько пенсов, молодой человек. Я смогу вас отблагодарить за щедрость. Кто вы? Зедек, так меня зовут. Но сейчас это имя редко звучит. Зедек Аллен. Вы знаете Брайана Бернема? Это паренек, что в магазине работал. Он пропал. Убили, я думаю. Убит? Почему вы так думаете? Магазин держит приезжий. Орден и догона бизнес уводит. Они такого не потерпят. Что еще вы можете рассказать про этот порт? Принесите старине Зедуку бутылочку, чего покрепче. А он вам все-все расскажет. Вот оно, значит, как. Простите, но вы в порту всю жизнь прожили? А последние 37 лет то ли старый лень Уорн. А до этого неподалеку от фабрики рыбных консервов. Консервов. В доме леди Уорн? Принесите старине Зедуку бутылочку, чтоб горло промочить. Я вам все расскажу.
Что вы мне можете рассказать об Инсмауте? Парень, принеси мне бутылочку чего-то. Я тебе все расскажу. Это самое обычное мусорное. Это самое. А тут бармуш открылся, как думаешь? Ничего вот этот? Нет. На, там палка какая-то. Э, нет, это дверь. Судя по запаху выпивки, здесь находится подпись. Может, туда нам зайти попробуем? Он не заходит туда. Да? Да. Там же было написано, судя по запаху. То есть что нам... Если пьяница что-то знает, а развязать ему язык будет совсем несложно. Это реклама местной методистской церкви. Короче, пузырек алкоголической фигни надо искать, правильно? Да, да, да. Нам надо найти. Если его не уберут. Пускай поет. Он там ходит, шастает. Пузатый, какие-то... мы уже тебя видели. Я ищу Брайана Бернема. Я ни о каком Бернеме не слышал. Слышал, ты все слышал. Ах, какой врунишка-то ходит тут. Это самая обычная мусорная корзина. Ничего интересного тут нет. Пропусти нас. Добрый вечер. Меня зовут... Не похоже, кстати, тоже. Встречи, мисс. На... Пусть будет мисс. Добро пожаловать в Инсмаут, мистер Уолтерс. Спасибо. Да. Хочу дать вам совет. Сделайте все, зачем приехали, а потом уезжайте. Сегодня же вечером в этом порту чужаков не любят. Я оценю вашу заботу, мисс, но с негостеприимным приемом я как-нибудь справлюсь. Хорошо, мистер Уолтерс. Дай выпить. Здравствуйте еще раз. Мистер Уолтерс. Послушайте, мисс, я просто хотел с вами поговорить. В этом же нет ничего плохого. Нервничает, нервничает. Это очень плохо. На виду говорить с приезжими не слишком умно. Как насчет того, чтобы на пару минут сыграть в дурочку? Нет. Вы не можете хотя бы сказать, вы знаете Бернема? Он работал в магазине Fast National. Послушайте, мистер Уолтерс, я не могу ответить на ваши вопросы, а ваша настойчивость грозит опасностью нам обоим. Прошу вас, оставьте меня в покое. Опасностью грозит? От кого? От Ордена. Идите же. Она мне сейчас ничего полезного не расскажет. Все, иди. Да, абсолютно обыкновенный человек. Да. Он, у нее глаза, видно, да, у нее глаза более-менее нормальные, не так, как у этих непонятных людей. Да, не будем ее тогда допрашивать, раз она чего-то она боится все-таки. Чего-то она боится, чего-то опасается. Сходим сюда. Нам нужен пузырь водяры. Не открывается. Подбухнуть. Не поддается. Нужно дать нашему этому алкоголику. Это мост через реку Мэнуксет. Какой-то орден за нами следит, да? Угу. Она сказала. Ну, значит... Город какой-то очень... Похоже, станция закрыта. Очень-очень странный город какой-то, подозрительный. Ничего интересного. Вы нам бутылочку не дадите выпить? Мы хотим выпить. Дать. Не местному синечку. Это вообще не... Да, и нам посоветовали. Магазин закрыт. Все закрыто. Все закрыто вообще. Что это за город? А там мы были? У меня даже такое чувство, как будто они все следят за нами и за тем, что. Здесь мы были, здесь наш алкаш, по-моему. А, да? Нет, мы с ней говорили здесь. А-а-а. Какие-то странные звуки начались. Так, пузатый, опять пузатый, иди отсюда. Следят, следят, они еще как следят. Вот здесь что, смотри, они там сидят, жрут, что ли? А, нет, не указал. Вот сюда можно зайти, интересно. Можно зайти, но только тут непонятно что. Не открывается. Вообще ничего не открывается. Памятник без головы стоит. Да ну нафиг, надо отсюда уезжать. А здесь что у нас? Здесь мы вроде были. Не поддается. Ой. Я говорил уже. Хватит тут нырять. Подохли.
Проклятье. Нужно быть поосторожнее. Можно... Будьте осторожны, когда пытаетесь незаметно проскользнуть мимо противника. Чтобы вас не заметили, старайтесь по возможности двигаться скрытно. Медленно избегайте освещенных мест и не высовывайтесь. Значит, иди за ним! Началась у нас тут пенумбра-амнезия. Ай-та-та-та-та, идем. Ныкаться надо, ныкаться. Да-да-да, только куда вот? За стенку. Вот, сейчас попробую куда-нибудь заныкаться. Вот сюда, например, и сесть. А? Вот так вот. Например. Да, походу, когда мы на него нарываемся, мы откидываем эти подковы. То есть он его просто прогоняет. А, значит, нам туда надо. Тихо, пускай он подальше уйдет. Ох, какой ветер начался. Открыто. Отлично, закрываем. Что это такое? Предметы, которые можно передвинуть, оставляют на полу царапины. Если в направлении передвижения предмета открыта дверь, то передвинуть его нельзя. Чтобы передвинуть предмет, просто упритесь в него и двигайтесь туда, куда хотите передвинуть. Продолжить. Давай дверь закроем за этим. А, ее нельзя. А, можно, можно. Адольф идет? Идет, Адольф идет. А, не идет Адольф. Ух ты, ты двигать предмет, а я не заметить, ха-ха-ха-ха. Ищем, ищем, водку, водку. Различные документы, но ничего интересного в них нет. Так, о, что там? Ищите медицинские аптечки, в них есть все необходимые средства для лечения любых ранений. Вы можете использовать их либо через меню интерфейса, либо при помощи кнопки быстрого лечения. Берем аптечка. Таньга. Пуста. Как всегда, все. Похоже, дверь взломали. А на дереве видны царапины. Бутылка. Бутылка лежит, что-то смотри. А, кстати, это очевидно то самое место, где и пропал этот человек, да, как ты думаешь? А, наверное, это тот самый бар, который ограбили там. Нам надо бусырек найти. Нам надо что-то найти. Я не знаю, сейчас этот к нам ворвется, было. Стекло разбито, а на дереве видны царапины. Странно. Эти объявления висят по всему городу. Да, да, да. Что убили человека, что человек пропал, еще что-нибудь. Что это такое? Ой-ой-ой. Не поддается. Или там мы шли, или там кто-то шел. Да, или кто-то шел. Не поддается. Блин. Так, а что делать-то? Вот это что такое? О! Присядь. Чтобы его поднять, мне нужна ручка. Ручка? Ручка? А где тебе взять ручку? Наверное, он ведет в погреб. Вот в погреб нам надо, да? Ручка такая должна быть, да? Значит, а где нам взять такую ручку? Машина. А, погреб, погреб, в погребе должно быть вино, правильно? Значит, давай, давай ручку искать. Давай искать ручку. О, смотри, внизу, внизу, посмотри. А, это осколки. Ручка должна как-то отличаться от предметов. Вон она, нет? А, это не ручка. Какая-то фигня. Даже я не знаю, как она может выглядеть-то. А там не было ручки? Там, откуда мы зашли? Похоже, это царапина от когтей животного. Странно. Блин, когти в ящиках нигде? Здесь нет ничего интересного. Может, товаров в этом магазине немного, не открывается. Угу. Ручки пока что-то... Ничего интересного. Мясорубка. Может, товаров в этом магазине немного, но содержится он в чистоте. Ну вот здесь мы и закончим, да, будем искать ручку. Кто-то шубуршится, да, здесь мы и закончим. Подписывайтесь на канал, вступайте в группу контакта, комментируйте, ставьте лайки, пока. Пока.